Очень часто кардиологи во всем мире диагностируют у своих пациентов мерцательную аритмию. Она является одним из наиболее распространенных типов тахиаритмий. Риск возникновения заболевания увеличивается с возрастом, то есть если до 60 лет фибрилляция предсердий диагностируется у одного человека из 100, то в группе старше 80 лет у 6 человек из 100. Однако в последнее время все чаще этот диагноз ставят и еще молодым пациентам. Первые симптомы мерцательной аритмии могут быть неритмичное сердцебиение, одышка, уставаемость. Что нужно делать? Пациент, если ощущает или сам прощупывает неритмичный пульс, или при замерении артериального давления электронный аппарат показывает неритмичность пульса, желательно сделать кардиограмму сердца, чтобы зафиксировать. Не всегда неритмичный пульс или неритмичное сердцебиение является мерцательной аритмией. Первым делом нужно обратиться к кардиологу. Именно специалист сможет поставить правильный диагноз, а затем назначить необходимое лечение. Желательно не затягивать с обращением к доктору, потому что период, когда мы можем медикаментозно решить эту проблему, снять мерцательную аритмию, у нас 48 часов. Если же это время утеряно, этот процесс затягивается. Важно отметить, что приступы мерцательной аритмии могут привести к летальному исходу. Врач-кардиолог Елена Яковлева ведет прием в Латгальском медицинском центре на улице Ригас, 20. Предварительная запись по телефону 25 25 10 10. Подробности на сайте www.latmedcenters.lv.